Это должно быть бессмертный пророк. Изображение исхода его народа из сирийской пустыни. Они поселились в тайной долине и построили великий город. Китиш. Для защиты города и его жителей пророк создал армию воинов. Что тут изображено? В руках явно не святой источник, что-то еще, что-то другое. Ну что? И его воины создали для него атлас, чтобы пророк всегда знал свой город с его тайнами. Карта города. Она укажет путь к святому источнику. Странно, как тут еще все не рухнуло. Thank you.
Иди к старой рации. Запусти генератор. Надо передать последнее сообщение, оповестить меня. Яков жив. Надо признать, он очень выносливый. Троица нагоняет. Людям Якова пригодится моя помощь. А этот атлас с фрески пока не буду никому рассказывать. Если это действительно карта развалин, надо найти ее раньше Анны. Иначе получится, что все эти люди умерли зря. А у меня и без того на совести хватает груза. Сражались с захватчиками. Она говорит, что снаряжение у них хорошее. Да, но мы знаем долину. Разваленные леса дадут нам преимущество. Ох, дай-то бог. У них есть вертолет. Они непременно атакуют с воздуха. Красный копей делает. Яков сказал, что они придут. Мы так и не отправимся. Молодежь.
Следователи пророка бежали на восток. Их путь был тернист. Задание на сегодня. Там внизу, наверное, что-то есть. Поразительно. Это архитектура до православной эпохи. Что же они здесь делали? Золотая ременная пряжка. Я верил в свою...
Золотое ожерелье с множеством деталей. Изумительно. Все прекрасно сохранилось. Ugh!
Думаю, выдержит. Надо лишь найти путь наверх. Здесь в изоляции мы бессильны. Старая рукопись. Похоже, какой-то трактат о связи тела и разума. Hey!
Лара, прости, если Софья была не слишком приветлива. Ничего. Хорошо, что ты вступился за меня. Мои люди десятки лет сражались с чужаками. Привычки не изменишь в одночасье. Помоги нам с приготовлениями. Труд на общее благо – отличный способ завоевать доверие. Посмотрим, что я смогу сделать. Скоро сюда нагрянет троица. Скорее всего, нападут с воздуха. Яков собирает бойцов в верхней деревне, чтобы отвлечь их туда. Дети и старики спрячутся в катакомбах Акрополя. Когда здесь все закончим, я пойду туда. Ты сказала, они хорошо вооружены. Как их тогда победить? В открытый бой мы ввязываться не будем. Они ударят со всей силы. У нас будут потери. Они, скорее всего, нападут с воздуха. Яков собирает бойцов в верхней деревне, чтобы отвлечь их туда. Дети и старики спрячутся в катакомбах Акрополя. Когда здесь все закончим, я пойду туда. Ты сказала, они хорошо вооружены. Как их тогда победить? Мы ввязываться не будем. Они ударятся с силой. У нас будут потери. Они надеются победить с нас только. Но мы обратим их рвение себе на благо. Сражение будет долгим. Чтобы выжить, надо их измотать. Действовать расчетливо. Будем наносить рану за раной, пока они не испекут кровь. Только тогда мы победим. А сейчас...
сейчас зажжем костры. Предупредим остальных в долине. Сегодня наша победа. Выживай. Соберите как можно больше патронов и припасов. Они, скорее всего, нападут с воздуха. Яков собирает бойцов в верхней деревне, чтобы отвлечь их. Thank you.
Эй, ты! Не поможешь нам с этими штуковинами? Что я могу сделать? Захватчики придумали нам новую напасть. Маленькие вертолеты, управляемые машинами. Беспилотниками зовут. Они не стреляют, но зато все снимают на камеру. То, что враг не знает местности, наше главное преимущество. А так мы его лишимся. Парочку мне удалось свалить, но с твоим оружием у тебя больше шансов. Попробуешь? Разбиваю, не вопрос. Чем больше, тем лучше. Приходи ко мне, как закончишь. Ну что, разобралась с летучей? Вот, кажется, последнее сбила. Точно, последнее. Может, отправят еще, но мы хотя бы усложним им жизнь. Благодарю покорно за помощь. Отвлечь их туда. Дети и старики спрячутся в катакомбах Акрополя. Когда здесь все закончим, я пойду туда. Ты сказала, они хорошо вооружены. Как их тогда победить? Это я привела сюда Троицу. Я виновата во всех страданиях, что они причиняют. Боже, все повторяется. Опять я стала причиной чьих-то несчастий. Нет, Лара, не думай так. Иначе точно сойдешь с ума. Троица рано или поздно нашла бы путь в эти края. Так у меня будет шанс помочь остановить их. Или первый найти святой источник и использовать...
Лара, может, подсобишь? Наши бойцы рассредоточились по всей долине. Если зажжешь огонь на сигнальной башне, то они поймут, что надвигается угроза. Сделаю, что смогу. Как огонь загорится, они сообразят, что делать. Так это ты пришла с Яковом? У меня к тебе просьба. Последователи пророка бежали, но на них напали. В Сирии. Чем я могу помочь? Яков рассказывал, ты отличный исследователь. В долине есть еще старые потайные места, гробницы. Ты, наверное, видела охранные знаки, помещенные туда, чтобы отпугивать детей? Это отнюдь не суеверие. В этих местах опасно. Там хранятся остатки нашей былой славы. Не только безделушки, но и знания. Сейчас нам эти знания нужны как никогда. Лет 10 назад я бы и сама отправилась, но теперь мне нужны твои навыки. Разведчики говорят, что ты уже побывала в одной из древних гробниц. Расскажешь, что ты там видела? Конечно. Эти знания принадлежат твоему народу. Вот. У меня есть немного старинных монет. Если ты ценишь золото, я отдам по одной за каждый найденный тобой секрет. Как только найдешь гробницу и раскроешь ее тайны, возвращайся ко мне. Обещаю, твои старания будут вознаграждены. Thank you.
отступить. Приходи в верхнюю деревню. Я собираю там бойцов. Хорошо. Это какая-то метка. Византийское письмо, но разобрать не получается. Аврора, лекарь. Путь был долгим и трудным.